Вот гей в Китае выиграл громкое дело о принудительном лечении. Да, я вот только я прочитал все это внимательно, прочитал на разных языках, что его в 2015 году родственники, жена и родственники сдали на принудительное лечение. Его там лечили принудительно от педерастии. Как интересно лечат от педерастии. Вот, я был анекдот только слышал о лечении, помнишь? Вот, да. И даже ошибся. Не. Формулировка. Не, да. И сейчас ты расскажешь просто. Да. Вот я не знаю, как его лечили. А анекдот, помнишь этот? Когда мужик приходит и сознается в том, что он гомосексуалист, и просит доктора назначить ему лечение. И тут говорит, ну, говорит, медикаментозного лечения нет, но есть хорошее народное средство. И пишет, говорит, нужно взять полстакана касторки, четверть стакана рыбьего жира, там натереть туда две головки чеснока, слить рыбьего рассолу и так далее. То есть у тебя получится там, ну, то есть таких ингредиентов больше там, и, говорит, трехлитровая банка. Ну, и вот каждый день, значит, пить там по 5 стаканов. Там утром 2 там стакана, ну, в смысле, во второй завтрак, потом в обед, в полдник, все. И, говорит, вот тот все записал, ушел. Медсестра спрашивает, говорит, и что это поможет? Он такой, ну, помочь, может, и не поможет, но он узнает, зачем мужику жопа. Вот я думал, отвлечение было подобное. Так вот, этот гей, представляешь, выиграл суд, и ему даже теперь за такое лечение денег дадут. Там в Китае это прогресс.